Калмыкия и Бурятия намерены объединить усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества. Как известно, приоритетной отраслью экономики Бурятии является агропромышленный комплекс. Почти две трети продукции приходится на животноводство. Также стратегическим направлением субъекта признан туризм, в котором в последнее время наблюдаются положительные показатели. Реализация мероприятий в рамках соглашения, подписанного Батухасиковым и Алексеем Цыденовым, станет важным этапом в укреплении деловых и социокультурных связей. Появится возможность осуществить совместные проекты по разработке механизмов привлечения туристов, основываясь на опыте коллег из Бурятии.